ленточный бор. Это ж не так просто. Уникальный. Природа прямо. Природа посадила нам. Для чего? Чтобы мы его берегли. А мы что делаем? Против строительства и рубки леса выступают не только общественники, но и некоторые депутаты Краевого законодательного собрания. Аргументируют свою позицию тем, что в Барнауле уже есть вертолетная площадка за новым мостом. К тому же сомневаются, что новое место приземления значительно ускорит доставку больного. За те же средства приобрести более компактный и мобильный вертолет, который и легче, и может приземляться непосредственно у здания больницы. Две минуты, я считаю, что это не средство для достижения цели, чтобы вырубить ленточный бор такой площадью. Эксперты уверяют, в районе возможного строительства есть места, где можно разместить площадку с минимальной рубкой леса. Есть масса альтернативных решений, которые почему-то не рассматриваются. Видно, кому-то просто нужен лес. Вот у нас складывается общественность такое впечатление, потому что рядом находится Маховая поляна, огромные территории, которые находятся рядом с этим медицинским кластером, где можно поставить эту вертолетную площадку. Мы не против вертолетной площадки, мы против размещения ее на месте срубленного леса. Тем временем на сайте госзакупок продолжается поиск проектировщика, а жители собирают подписи против вырубки. Их поставили уже более 1000 человек. Александр Захаров, Андрей Печоркин, наши новости.